Ну что, Аслик, пошли за грибами. Хорошо. Веди, веди, ты тут получше знаешь эту всю местность, давай. Ты меня здесь нашел на этой тропинке, понимаешь? Ну склероз небольшой уже, старость, старость. О, смотри, а кто это там такой? Здравствуйте, здравствуйте, месье. Я должен вас убить. Вы зашли на мою территорию, но перед этим я хотел бы сказать, что если вы любите котов, то вы должны поставить лайк. Что это себя забыл? Если вы любите ослов, надо поставить палец вверх. Слышь, котяр, ты что тут тираешь? Какие лайки? Подписки нахрен, ссылки в описании, не лайки, подписки, а? Так, вы зашли на мою территорию, и я вам покажу, что значит мощь кота. А ну пошли вон отсюда! А ну давай! Че я вообще тут забыл нафиг? Иди сюда. Ну вали его, шлек, он совсем конченый какой-то. Иди сюда, а! Осел, а ну давай! Я его сейчас съем, подожди сейчас! Подай, нафиг! Кусай его! Где он? Ах, ты засранец мелкий! Ты хочешь сказать, нас сейчас хочет уработать кот, у которого даже нет штанов, да? Не бейте меня, не бейте! Я сдаюсь! Кот сдается! Пожалуйста, простите меня, я не думал, что вы плохие ребята! Не верь ему! Бей его! Осел, он вроде миленький, посмотри на него, какой няшный такой. Не бей, он прикольный. Не разговаривай с ним! Я вам помогу! Мой друг! Я помогу вам, глупый осел! Как ты нам поможешь, котя? И говно, у тебя даже штанов нет, как ты можешь помочь? А ну пошел отсюда, тупой животное! Осел, успокойся немного, как ты нам поможешь, а? У меня есть рапиры, я вообще-то умею драться. И я могу вас научить драться и вручу вам рапиры, и вы станете настоящими мушкетерами. Мне кажется, он втирает нам какую-то дичь. Давай уйдем быстрее. Не, ну смотри, осел, мы вообще драться не знаем, а пригодится в жизни, пригодится, поэтому. Да, мы не знаем. Давай. Мы не знаем. Мы ничего не знаем. Давай. Проходите, моя яма. Я изучал кунг-фу в детстве. Это мой дом, глупый осел. Так, что у меня тут есть? У меня есть две рапиры. А ну пойдемте. Видно, что это твой дом? Ко мне, подойдите. Где вообще живет? Где ты живешь, котяра? Бедный это котяра. Что это вообще? Мой. Капут, как там мне уже. Котяра, слушай, а может ты к нам приедешь? А, осел, ты не против? Нет, я против. Так. Это будет по всему дому шерсть. Он вообще бесполезный. Он мешать не будет. Что ты можешь в хозяйстве, котяра? Вот я умею в хозяйстве делать что? Я веселый. Я могу ловить мышей. Мышей я могу. Нормально. Мышей, не надо его. Слушай, меня бьет твой осел, он меня надоел. Осел, он уже полезнее, чем ты. Ты только срать на ковер, знаешь, больше ничего. Поэтому... А он знаешь, что только яйца лизать умеет? И не трогай. Посмотри на себя, ты даже не носишь одежду. Вот я кот в сапогах. И в шляпе. И шляпе, а штаны твои где? А штаны у меня есть пояс. Ладно, котяра. В общем, я вас посвящаю в рыцари. Как тебя зовут? Меня Шрек зовут. Не говори с ним, не надо. Я только слово сказал, Шрек зовут. А тебя как зовут? Осел. Осел, отвечай. Отвечай! Отстань от меня! Его осел зовут. Можешь осел назвать, да, осел. Просто. Оригинальное имя оригинальное. В общем, посвящаю вас в рыцари и даю вам эту рапиру. О-о-о! Ты осел, конечно, тупое животное, но я тебе дам тоже рапиру. Итак, друзья, у вас есть рапиры. Что мы будем делать? Учи нас драться. Давай мы тебя завалим лучше. Да не, осел, успокойся, давай, основы поединка, что нам нужно сделать? Вот я убил свою бабушку, и теперь я живу возле своей бабушки. Мне кажется, он совсем конченый, надо уходить. Я вас могу научить драться. Вы должны за трапиру и ударить. Ударить. Удары. А ну, осел, вот так. Подойди к этому дереву. Можно? Да, я готов. Не, котяра. Просто. А, ну дай меня. Стой. А можно я на осле попробую? Попробуй, да. А ну, вот так нормально? Алло! Так нормально, по шее. А может, а ну? Да просто осел! Постой. Ты что делаешь, совсем что ли? С ума сошел? Слышь, друган, да он нас учит удраться. Давай иди сюда. Да, осел, удар теперь его. А ну давай, осел. На-на-на, его! Да не его, меня! Давай. Нормально. Хороший удар. Да, вы теперь умеете драться, вы теперь рыцари и мушкетеры. Ну нормально. Ну тогда, котяра, я предлагаю поселиться у нас. Ты тут как-то бедно, скудно живешь, поэтому... Мне никогда не нравились эти итальянцы. Подождите, я только пописаю. Мне нужно пописать. Да. Так, моя лапа. Все, я готов. Давай. Ты уверен, что хочешь с ним жить? Я вообще не могу понять. Уверен. А ты... что, тебе не нравится осел? Нет.
Ну привыкнешь, привыкнешь. Он вроде миленький, давай, поведем его домой. Да, я умею мяукать. А ну, давай, еще. Мяу. Сейчас, а самое главное, мурлыкать умеешь? Ну как-то, ну потренируйся. Это полезность его, давай? Мэр. Ну потренируйся. Полезнее, чем ты, осел, точно полезнее. Давай. Да? Хоть не умничает, хоть не умничает столько. Тут есть овца, я убью овцу. На. Трогай овцу! Ну что ж, пойдем, друзья. Вперед. Вперед, куда пойдем? Котяра, за мной. Это мог шерсти. Слушай, а ты еще две шерсти должен добыть, а то у нас только две кровати дома, так что пока на полу будешь спать. Хотя ты котяра, в принципе. Да, я привык спать на полу. Котяра, это твои... Он нас подставил, это твои друзья, котяра. Это я тут не виноват, я вообще сидел там и смотрел на могилу своей бабушки, которую я зарезал, когда был голоден. Съешь его, пожалуйста. Сейчас. Тебя съесть, да. Это стражники, а твою мать, я понял, что это такое. Тут написано не входить, болото Шрека. А, это ты Шрек, я понял. Это я... Так, они вошли. Слышь, котяра, короче, план такой. Разберемся с стражниками. Я справлюсь с ними. Давай. Да. Сюда, опа. Это наши болота. Да. Так, мы потеряли Шрека, нет. Тут есть какая-то записка, ребят. Я вижу какую-то записку, и на ней написано «Разрешение на отжатие». Отжатие чего-то там, наверное, особняка. А ну, жечь нужно, ты нафиг жечь. Осел. Кидай вот нужно? Это, да, кидай в огонь. Костер, давай. Осел, дай прочитаю. Так. Да не, ну ты читать не умеешь, я осел. Вообще-то наоборот, я умею читать. Да, это разрешение. Давай, кидай. Он не умеет читать, он... Это мое разрешение, это мой дом. Шрек, не слушай его, он тебя просто использует. Я так и понял, а ну осел, отдай. Пускай меня лежит. Так, ща я, знаете что, друзья? Нужно разобраться с королем, чтобы они больше не отправляли сюда стражников. Как думаете? Я согласен, я готов на все, сэр. Осел? А ты вообще дома можешь быть? Я своим новым другом пойду. Пошли, котяра, пошли. Да, пойдем. Пошли. Ну я дома боюсь один оставаться, это с вами. Ну что? Тогда давай за нами. Вперед! Ну что, мы уже приехали? Осел. Ну мы уже приехали. Осел! А сейчас приехали? Ох, осел, твою мать, да приехали, давай, пошли уже. Приехали, наконец-то, так. Наконец-то. А мы туда приехали? А, ну тут куча стражников, так что туда. Да, бьем их, убиваем. Да. Королю продвигаемся. Мне кажется, как раз в этой суматохе можно убрать кота. Осел, успокойся, реально, осел. Так, давайте. Осел, успокойся. Стражник. Я сейчас покажу, как я умею. А ну да. А ну еще раз. Ни хрена себе, забодал. А ну еще одно забодай. А ну. Нифига себе. О, это маленький. Это король. Все готовы. Так, смотри, если мы валим короля, то болото наше. Да, ну навсегда, осел, навсегда. Вперед, мои мушкетеры. Покажите нам, кто способный. Вперед. Давайте стражников изначально. Одного убил, так, все, остался. Мне король бьет, помогите, мур-мур, мау. Осел, бодай. Мау, следующий король на король, давай, иди сюда, падла, давай, я тебя разберу. Сдохни, король. Умри. Да. В принципе, все. Мне кажется, мы его оглушили. Мы обратно едем, да? Да, убегаем. Убегаем отсюда, потому что король у нас только оглушил, сами мы... И стражники вернулись. И стражники тоже вернулись, все. Убегаем. А нам далеко ехать еще? Далеко, осел. Очень далеко. Осел! Да далеко, твою мать! Ну хотя бы вернули болото себе на. Ну, недельку еще спокойно поживем. Потом, мне кажется, он вернется. Давай. Ну что ж, ребята, если вам понравилась эта серия, то не забудьте поставить лайк. И, конечно же, поставьте лайк за котиков, потому что котики это мило, это классно. Да, ребята, и не забываем подписываться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. И также не забывайте писать в комментариях, что осел самый крутой. Да. Нет, котики самые крутые, особенно коты в ногах. Ослы! Ну, пускай подписчики решат, кто круче, ослы или коты, в комментариях. Поэтому, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.